Ну что? Покажи мне эту ебаную хуйню, блин. Стреберешь? А, башка закружилась, блядь. Я заебал на башка. Блядь. Короче, Рома выявился скрыть коляску классику. Два в одном. Сейчас мы ее распакуем. Рома ее про нее все расскажет вам. Итак, первым делом мы вскрываем коробку и видим там светлую коляску два в одном. Давай, доставай. Так, сразу же видим амортизаторы. Это, наверное, не классику мы достали, или классика? И это, Серега, я не знаю. Колеса большие. Это не классика, это с поворотной передней. Не то мы достали, на другую. Когда удаляй. Кого удалять? Видел. Ну, классику лесу, блин. Блять, на Акашку пойду, блядь. На Акашку? Короче, да. Давай другую открывай, вот эту. Давай классику. Вот она, вот эта она. Да. А это тоже классика? Да? Да, там, видимо, не классика, а там не классика. Какой-то Марио. А, ну это не классика. Вот, вот эти, да, эти две. Короче, дубль 2. Это вот классика. Рико. Рико. Вах, Вася, она в эко-коже? Нет? Ткань? Нет. Ткань. Есть вон поролон, сразу видно. Диаметр колес 30 сантиметров. 31 даже. Ширина будет колес. Ну, точнее, ширина базы. Держи ее там штуку. 60. Ну, с колесами-то больше. Не-не, с колесами туда встанут. 60 сантиметров, короче, ширина. Короче, вот оно, качение идет. Качаться будет. Колеса все надувные. Здесь еще дополнительно... А, это тормоз, да? Пружина-то. А, тормоз. Короче, пока я там общался с клиентами, здесь собрали уже коляску. Классика. Высокий блок, высоко очень находится от земли. Корзинка, ну как по классике, это железная корзина. Прогулочный вариант, смотрите какой. Там укутался, так укутался. На зиму вообще отличный вариант. Сумка идет в комплекте. Сумка. Здесь у нас защита от ветра присутствует. Тут у нас расстегивается. Мы можем достать ребеночка. Здесь съемная обшивка. Обивка. Так. Белоснежно-белая. Потом получается спинка у нас регулируется изнутри. Изнутри спинка регулируется. Несколько положений. Вот. Тут у нас наклепочки. Опа. Здесь застегнули. Все плотничком. Амортизация, повторюсь, у нас вот на шарнирах сейчас. Сейчас нет на пружинах ничего. Наверное, уже давным-давно. Здесь у нас короб стоит. Дно жесткое. Здесь, получается, бортики мягонькие. Ну, с распорками. Здесь распорка есть. Вот. Люльку можно переносить. Здесь специально вот есть ручка. Переноска очень мягонькая. Ну и вообще... Ну да, поворот только вот так, наклонами немножко повернули, оп-оп. Легкая. Легкая? Вообще, легко. Легонькая, ну-ка дайте прокачусь.
Ой, так она вообще легонько вообще поворачивается. Короче, мое мнение, и Наташкино мнение, и Ромкино мнение, супер коляска. Так что ждем вас, ну, знаете где, на Макаренко 20. Ну, прям вообще вот, даже вот, пальцем вот, уже приподнимается, видите, колес. Как-то у нее так центр тяжести сделан, чтобы вот как раз так вот поворачивать, не наклонами, повернул. И вот вообще качение, смотрите как. Ну, кроме покачай. Непонятно. Как будто у тебя там ребенок, давай только не сильно, не укачайся. И прокати, попробуй вообще. Да? Ой, бля, сумка отпала. Все, тебе нельзя коляску доверять. Я уже давно никого не вожу. Короче, нормальная коляска, огонь. Че, визиташки? Да. Короче, в районе 20 тысяч рублей, сейчас еще пока не знаю, но цены будут в описании, переходите в ссылку, там будет даже чисто коляска, эта коляска будет и цены будут. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на наш ТикТок, ВКонтакте, на Ютуб подпишитесь на наш канал. Будем обозревать новинки. Может что-нибудь. Ну, короче, вообще отправка по всем городам России, транспортными, либо почтой. Ну и будем показывать вам новинки, коляски, да и вообще жизнь магазина, да и влог личный мой. Вот еще одна коляска. А, ну вот Ром, который собирал. Здесь, короче, можно пожестче сделать даже пружины. Снизу есть механизм, вот он. Его просто делаете, и пружинка, видите, она сжимается. Опа, сжали, то есть она будет прямо жестко. А можно обратно пружину сделать. О. Даже я не знал, Ромка вот тоже знал. Такая же, говорит, примерно была коляска у него. Вот. Это тут, это передние колеса поворотные. Можно их зафиксировать только прямо. Оказывается, в районе 23 тысяч она будет стоить. Какие? 23. Ну это нормально. Ну так для такой-то, конечно. Короче, вот. Дождались, ё-моё, да, Рома? Да, и зимой можно возить, блядь. А здесь когда? В общем, все, отпарили коляски, сейчас уже фотосессия идет у нас. Вот, профессионального фотографа наняли. Со штативом за 70 тысяч. И фотоаппарат, зеркалка, 170. Вот, фотография, фотосессия. Вот, вот у нас люлька, вот она в прогулочном варианте, коляска. Прямо, короче, вообще нарадоваться не можем, прямо такая прикольная, ну, блин, опять цена. Кто-то ищет у нас бюджетные коляски, то есть у нас вообще коляски начинаются от 8700 рублей, это два в одном трансформеры, то есть 8700, либо 20 тысяч, ну, чувствуете разницу, да? Вот комоды у нас тут, а вот. Комоды. Коконы. Матрасы. Вот матрас такой большой. Короче, здесь коконы. И вот здесь все в автокресла приехало. Да, это все кресла сегодняшнего. И вот верхушка. Нам будет все заклеивать. И вот тут. Стеллаж бы какой-нибудь сделать. У нас перерыв обеденный. Ром покушал, вот уже. Голод. Играет. Покушал. Ну, жрать охота. Ой, как страшно, страшно, страшно. Листы железа старые, вот они новые. Вообще просто круть. Нравится крыша, Женя? Нет. А ты как, твой жест, где там? А не, крыша, огонь. Посмотри, что было вообще, смотри, хлам. Все дырявое вообще. Здесь, получается, чуть выше она сейчас. Ну, вообще, короче, ровненько. Все, огонь. Пятерочка. А что с три там лист как это, низко? Я что с первым писал? Тут же закроется. А, ну да. Вообще просто огонь. Мне нравится. Вон было, конечно, херня. Короче, все, крыша. Ну, еще здесь конек сделаем тоже. Позже включусь, покажу. В принципе, не будем углубляться на этот сюжет, а будем смотреть про коляски. Что такое опять недовольный? Да мне не нравится, как вот тут оно стыкуется. Роме-то хули, он похуй, да. Там вода натекла, Сережа. Где? Ну вот. Да? Там две сидеть. Ну я закрывал тут все. Вот это.
Так, так, молодцы, молодцы, ребята. Хай! Че наследили-то на крыше? Идем смоем. Это я наследил. А? Че, под дождем работали? Да, че такое? Нам надо заключить. Че, старыми что ли? Новыми. Старыми. Короче, почти финиш, потом здесь киботня. Там ерунда, там. О, делов, да, Рома? Угу. У него сейчас в другом голова болит. Как бухнуть? Нет, как в деревне без денег не ехать. Выручишь? А? Выручишь, Рома? Ну, сказал. Я ему дам. Сколько? Сколько он заработал? А ты где деньги возьмешь? Сережа попросу. Да? Кого еще-то, блядь? Ты перегрелся как-то. У меня денег нет, Сережа. Хуи, да? Вот значит что, блядь. У меня бонусные 700 рублей остались. Фильки считают 250 заплатил. Да? А куда, на 95-го ездил? Он, я у него спросил, как лучше сдать, поштучно или по КГ. И потом выложись. Под на развес. Он говорит, выгоднее килограммами. Да? Чем поштучно. Короче, Женя, бизнес, ну уже завершил бизнес свой. Я не завершил. Будешь продолжать? Конечно. Банки, короче, сдал. Люди, блядь, железные за металл. Железные банки сдал на 1000 рублей. Давай, Рома, откручивай. А сколько килограмм ты сдал? Да хуй знает, я не смотрел, мне похуй. Короче, косарь заработал на банк. Так, Рома, последний у нас. 250 отдал за газель. Бизнесмен. Короче, ты продолжаешь бизнес, да? А? Ты продолжаешь бизнес. Да. Женька на кочегарке раньше работал. Оттуда я его собрал. С банками и вождь. А что, они меня здорово вчера выручили? Да? А что ты купил? Салатик? Да нет, я что, рыбу купил, считай, вчера? У меня не было чем заплатить. Пошел дома. С банками рассчитался? Нет, десятки были. Пошел десятки отдал, потом думаю, все равно мне денег нет. Потом Филип позвонил, я говорю, ты что, сегодня сможешь увезти-то? Он говорит, да, поехали. Я бы себе пожрал, он пожрал. И все, мы отвезли с ним. Я не думал даже, что столько денег будет. А там еще Гришин металл был, он еще добавил. Это рейки-то, стойки-то. Все, давай, крутим. А там же не алюминий. А? Не алюминий же. Нет, металл. Подожди, я еще не натянул. Тут недавно тоже медь сдавали на 5000 Женькой. Обжигали, чистили, короче, подожди, геморрой. Рома. А Ромка, ты что сдаешь? Я ничего не сдаю. А мы картон еще сдаем на работе? Да. Картон я... на чипсы, говорю, на печеньки, на чай, на сахар. А так у меня нехуй сдавать. Это последняя линия, Рома. Давай. Нечего сдавать. Пошел. А ты же телефон раньше сдавал, ломбард. А, ну это, блядь, было. Подожди, не пошел. Короче, такие дела. Это дело. Все сдаем. Все, и потом что, говорю, эти печеньки. Конфетки, очень вкусные конфеты покупаем. Все, пошел. Короче, не голодаем на работе.